В рамках регулярного чемпионата России по волейболу подмосковная команда «Заречье» Одинцова одержала победу над командой «Липецк». Агрессивное начало матча. Мощные подачи «Зареченок» с первых минут выбили гостей с приема и не давали возможности полноценно организовать нападение. Итог игры – 3-2. Ну, стартовую партию мы начали очень хорошо. И необъяснимый провал в середине партии. И за счет своих ошибок мы ее упустили. Дали Липецку разыграться. Это, так нельзя играть, потому что команда поднялась и заиграла. В принципе, они начали немножко скованно. За счет этого рывка они включились в игру, и нам было очень тяжело. В ходе матча команды показали хорошую равную игру. Фортуна была переменчива. Первый сет закончился со счетом 25-27 в пользу команды «Липецк». Второй и третий периоды не без труда завершились победой «Заречья» со счетом 25-15 и 25-18 соответственно. Надо научиться выигрывать первую партию, чтобы был небольшой задел, во-первых, чтобы была возможность для маневра. Так мы себе сами включили нервы и сбились на простую игру. И потом пришлось выходить из трудной ситуации, выкарабкиваться. В четвертой партии команды начали со взаимных атак. 6-6, 12-12. Одинцовские волейболистки частенько ошибались. Сет 19-25 в пользу Липецка. Решающая партия вылилась в настоящую битву. В середине сета счет был равным – 8-8. Соперники не позволяли друг другу создавать отрыв, поочередно набирая очки. Развязка наступила при счете 13-13. Благодаря подаче Милы Володиной «Зареченки» вышли вперед, а матчбол Анастасии Стальной обеспечил победу в игре. Общий счет 3-2. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».